отдыхает. Потом будем смотреть и вспоминать, как мы пытались отдохнуть. Благодаря Кате, которая не дает нам нормально вот так вот отдохнуть. Да, отдыхающих много. А Петька, мы что, уйдем? Даже на втором этаже тоже. Покушаем и пойду на дискотеку. Так вот дискотека уже сейчас начинается. Хочешь пойти на дискотеку? Баба Ира, помаши. Мы в ожидании рыбы. Рыбы, наверное. Вот мы ели лаваш, закуски, рыбный суп. А сейчас у нас будет, наверное, рыба. Форель. А у Кати будет, должно быть, детское меню. Так нам сказали.